Итак, я расшила уже с одной стороны наше хрустальное сердце. И теперь оно имеет вот такой вот замечательный вид. Я покажу вам на примере второй стороны. Вторая сторона у меня еще не расшита. Как я делала расшивку. Значит, для того, чтобы расшить такое сердечко, нужно подобрать бисер, который вы считаете необходимым, нужным, который больше всего будет подходить под ваше сердечко. Также две иголочки, заправленные на одну ниточку. То есть с одного конца иголочка и с другого. Итак, приступим. Расшивка будет осуществляться у нас по диагоналям. То есть вот у нас первая диагональ из двух крестиков. Вот у нас первый крестик, и вот у нас второй крестик. Мы должны войти двумя иголочками вот в эту бусинку. Просто проходим одну из иголок в эту бусинку. Таким образом закрепляем. Выравниваем, делаем так, чтобы у нас наша бусинка была по центру. Итак, вот наша бусинка первая. И вот выходят лески. Одна влево, одна вправо. Далее мы набираем на одну леску, на одну иголочку, на правую, 5 бисерин серебряных. Я выбрала серебряный цвет для расшивки, поэтому у меня серебро. Если вы выберете другой цвет, соответственно, вашему сердечку, это на ваше усмотрение. Вот я набрала 5 бисерин. И далее я прохожу этой иглой правой. Вот я вышла сюда, в эту сторону, а мне нужно войти по диагонали вот в эту бисеринку противоположную и с вот этой стороны. Вот так. Прохожу. И пока откладываю эту иголочку, будем работать левой иголочкой. Вот у нас получилась первая петля из 5 бисерин. Далее на левую иголочку я набираю 2 бисеринки. И прохожусь иголочкой в среднюю бисеринку из 5 набранных нами ранее. Вот у нас 5 бисеринок первых. Я прохожусь в среднюю. Вот в среднюю. В центральную. И подтягиваю. И для того, чтобы завершить крестик из бисера, вот, который мы расшиваем, мне необходимо еще набрать 2 бисеринки. На эту же иголочку, которая вошла вот в центр, я набираю 2 бисеринки. Набрала 2 бисеринки. И смотрите, вот мы выходим этой иглой сюда, в эту сторону. Ниточка у нас выходит. Значит, мы должны пронизать эту бусинку, вот эту основную, навстречу, то есть в обратную сторону. И затягиваем. Итак, вот наш первый диагональный крестик, который мы расшили, готов. Выглядит он следующим образом. То есть мы вошли вот в эту бусинку с двух сторон иголочки, потом надели 5 бисеринок, прошли в эту бусинку, потом 2 в среднюю, 2 и вышли вот здесь. Теперь точно так же набираем на одну из наших иголочек 5 бисеринок. Набираем 5 бисеринок. И проходим по диагонали. То есть мы вот выходим из вот этой бусинки. Значит, заходить я буду вот в эту бусинку. И с этой стороны. По диагонали. Вот сюда проходим. И
Иголочку откладываем в сторону пока. Теперь вот у нас выходит отсюда ниточка и отсюда. Теперь на эту набираем 2 бисеринки. Набираем 2. И проходим в среднюю бисеринку из 5 набранных. То есть вот мы набрали 5 бисерин. Мы теперь проходим в среднюю из 5. То есть в третью. Вот 1, 2. И вот в эту бисеринку мы заходим. Придерживаем. Подтягиваем. И чтобы закончить этот крестик, нам нужно еще набрать 2 бисерины. Набираем 2 бисерины и проходим дальше. То есть вот у нас первая ниточка, да, выходит в эту сторону. Вот в эту сторону выходит. Значит, мы набираем 2 бисеринки и проходим навстречу. Вот эту бусинку прокалываем. Навстречу. Вот так. Если кому непонятно, я дам ссылочку на схему. Может быть, кому-то будет понятнее по схеме ориентироваться. Вот таким вот образом мы расшиваем. Вот так диагональными рядами будем двигаться, расширять нашу расшивку. Вот мы прошили 2 крестика обшили. И теперь нам нужно наши ниточки вывести вот в эту диагональ, где будет 3 крестика. То есть вот в эту бусинку. Мы проходим вот таким образом, то есть по крестикам. И нам нужно выйти будет иголочками. Одна, чтобы вышла справа, другая слева. То есть из этой вот бусинки. Вы можете проходить по ходу плетения, то есть так, как мы плели. Пройти по этому крестику и по этому, и вывести вот так ниточки. Итак, мы вышли вот из этой бисерины, расшили эти 2 крестика. Вот эти промежуточные мы не трогаем, этот ряд. Мы вышли из вот этой бисеринки, бусины. Теперь то же самое набираем на одну из иголок 5 бисерин. Набрали 5 бисерин, и вот ниточка выходит отсюда, а мы, набрав 5 бисерин, проходим в противоположную, но с другой стороны отверстие. Вот так. Так и норовит запутаться. Вот так. Такая как арочка получается. Теперь откладываем. Вот выходит ниточка сюда, мы ее в сторону пока. Набираем 5 набираю на эту теперь лесочку 2 бисеринки. И прохожу иголочкой. Вот 1, 2, 3 в третью. Вот в эту. Далее на эту же ниточку. Мы набираем 2 бисеринки, набираем 2 бисеринки и прохожу навстречу. Вот у нас иголочка же сюда выходит, ниточка, вот в этой бусинке. То есть я навстречу и прохожу вот сюда, в эту же бусинку, но навстречу друг дружке двигаемся. Вот получается вот такой крестик между этими бусинками 4. Вот так. То есть вот у нас вершина получается, вот эта бусина. И мы здесь набрали 5 бисерин. Вошли вот в эту бусинку. Потом здесь набрали 2, вошли в третью. И 2, и вошли снова в эту бусинку. Я надеюсь, вам понятно. Хотя видно, конечно, не очень хорошо из-за такого цвета бисера.
Ну, я думаю, вы разберетесь, потому что это очень легко плести такое сердечко, и получается очень красиво, симпатично. Продолжаем расшивать еще точно так же вниз. Вот этот крестик обшиваем и вот этот крестик обшиваем точно так же. Итак, мы дошли до конца и обшили вот три крестика. И сейчас мы находимся вот в этой вот бусинке. Точно так же лесочки выходят у нас навстречу друг другу. Вот пересечение бисера. И вот мы находимся вот в этой точке. Теперь точно так же мы разворачиваемся по бусинам. И как вам удобней, можно вернуться назад по бусинкам, пронизав в эту точку. А можно начать оплетение вот из этой бусинки. Я пройду вот так по крестикам, вот в эту точку. Выведу иголочки, чтобы они выходили точно так же. Вот они, видно? Сейчас мы вот здесь находимся, в самом-самом низу. А нам надо вот сюда, вот из этой бусинки, чтобы выходили наши ниточки. Проходим в эту бусинку, навстречу друг другу проводим. Вот мы вышли в верхней точке. Я немножко здесь объясню. Вот мы были вот в этой бусинке, и нам надо было выйти вот сюда. Вы можете по бусинкам шагать по направлению ниточки. Но если где-то будет у вас видно леска просвечиваться, это не страшно. Не переживайте, лишь бы вы не перетянули нигде, и она у вас не зацепилась. Видно этого не будет, потому что мы будем зашивать поверх вот все сердечко, то есть вот такими вот, вот такой эффект будет иметь, как в сетке, видите? То есть видно леску не будет, вы за это не волнуйтесь, не переживайте. Как угодно вам, как удобно. Кто-то по крестикам вот так шагает, кто-то вот так по прямой. То есть мы вышли вот здесь. Вот так можно по диагонали выйти сюда, потом сюда, одной иголочкой, второй, то есть наоборот. Вот, то есть вот таким образом, лишь бы вы нигде не зацепились и не перетянули. Вот это единственное правило. Точно так же мы вот сейчас в верхней точке находимся. То есть у нас нити выходят навстречу друг другу. Точно так же мы на одну леску набираем 5 бисерин и входим сюда. Вот если выходит отсюда, с этой стороны, ниточка, то входить мы будем по диагонали, вот в это отверстие. Сюда точно так же мы 2 наберем, пройдем в среднюю, 2 и в эту бусинку. И точно так же мы будем зашивать до самого конца, крест-накрест. Потом выйдем вот в этой бусинке. Вот здесь мы выйдем 2 ниточками. Потом нам надо будет перейти вот сюда. Точно так разошьем в эту сторону. Потом перешагнуть надо будет вот сюда и разошьем уже до конца. Итак, расшиваем сердечко самостоятельно до конца.
Ну вот, наше сердце полностью готово. По-моему, получилось очень мило, симпатично, необычно. Вот такие вот бусины просматриваются сквозь сетку из бисера. А главное, что оно такое объемное, сердечко. Я надеюсь, вам понравился мой мастер-класс по созданию хрустального сердца из бусины бисера. И если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пальчик вверх. Всех люблю, всех целую. Пока-пока!